Зайнулаев Динислам, 13 Зукаев Аскербим, первый номер вратарь команды Киласхан Умаров Азамат. Очень опасно, и вот будет удар. Да, завершается так ударами. Какой красавец! Забивает Плаза, конкретно шестой номер этой команды Гаджи Мурадов Лукбан. Завершил. Как в свое время было всегда слышно на арене дикую дивизию, когда наша команда гремела и громила. Опасно как! Ответ от Версуса. Правила. Просто, скорее всего, сказать о том, что погода сегодня в Каспийске замечательная, 24 градуса. Что, пенальти показывает арбитр? Да, был там фол. Показывает, что локтем ты, товарищ, толкал Киласханова с Магомедовым. Кто выйдет из нее победителем? Есть свисток арбитра. Удар по воротам, гол. Ну, прямо в притирочку со штангой отправил мяч капитан Версуса. И 1-1, 1-1. Быстренько разыграли. Можно продолжать. Там мяч остался у команды Плаза. И 2-1. 2-1. Капитан Гаджи Магомедов Раджаб. Капитан Плазы. Выводит. Аут. И от своего. От второго номера мяч залетает в сетку. И 2-2. Это автогол, ребята. Универсу это... может получиться очень опасно. И как опасно получилось снова. Удар от ворот. Исполняет голкипер Плазы. Ну, ребята, что делаете вы? Ну, сами себе едва не привезли. И вновь разобрались. И быстренько на Зукаева. Что будет делать 13 номер? Вводит капитана своего. И пяткой. Что там? А там никого. Красиво все получилось бы, если бы... Вы знаете, нет, удар по воротам, и штанг, гол, пересек мяч ворот линию. Что показывает арбитр? Будут просматривать. Рассмотрел арбитр, гол. Да, гол забивает Ханмурзаев Юсуп. Подача. Удар по воротам, и гол забивает Наджаф Авильдар. И 3-3, вы знаете, 3-3. После первого тайма. 3-3. Сумасшедший по накалу матч. Сбился со счета. Подача. Удар. И не хватило роста сейчас. 77 номеру. Доходит передача до Гаджи Ибрагимова. Тот на Амаева. Удар по воротам. Вратарь спасает. От штанги мяч уходит на угловой. Арслан Амаев. Проще. Подальше. Поспокойнее. Удар по воротам. Пробивал Денислав Зайнулаев. Защитники Плазы. И убегает Раджаб Гаджи Магомедов. Ой, как опасно может быть. И вратарь на высоте. Но мяч остается у Раджаба. Разворачивается он. Что делает этот парень? Ну, просто двоих обводит. Ауру Сулейманову. Заур сейчас разводит руками. Опасная атака. 13-й рвется к воротам. Там же рядом и капитан. Передача. И гаммак, вратарь, добивание, удар мимо ворот. Ой-ой-ой, не хватает ли уже. Если кто-то из команд сейчас пропустит, останется время у второй команды отыграться. Потому что слишком мало времени. И опасно тут может быть. Пас, ну решать надо тут. Лишний замах, по-моему. Удар, гол. Забивает Денислам. И радуются они. И бегут своим болельщикам. Зайнулаев Денислам, Плаза 4-3. Будто бы услышали они меня. И забивают. Отбивается Плаза. Отбор, и все. И все. Победа Плазы. Сумасшедшим по накалу матча 4-3.